eu am lângă mine o invitată specială și subiectul este unul la fel de special. Nașterea unui copil schimbă considerabil viața părinților. Râsul zglobiu, gânguritul și primii pași le umple viața de bucurie, dar există și cealaltă parte a monedei. Deseori are de suferit viața sexuală a cuplului. Cum poate fi restabilită intimitatea intimitatea cuplurilor, ne spune astăzi sexologul Mariana Spânu, care îi spunem bun venit acasă. Здравствуйте. Pentru început vreau să vă rog să îmi spuneți pe ce loc sau ce loc ocupă sexul în viața de cuplu. Это одна из важных частей в жизни любой пары, но она не является основной. Все зависит от структуры личности. И если секс не является приоритетом, то он может находиться на втором, третьем, а иногда и на десятом месте. Зависит от половой конституции, от либидо и так далее. Но это важная часть, которая помогает людям становиться ближе. Потому что навряд ли кто-либо из нас может назвать себя семьей без того, чтобы заниматься сексом. Сколько времени требуется экзистать această pauză sau abstinență de la sex după nașterea copilului? Medici утверждают, что это должно быть не менее 40 дней. 40 дней – это столько требуется организму женскому для того, чтобы зарубцевались, затянулись ранки, и чтобы она могла восстановиться, для того, чтобы женщина могла восстановиться, для того, чтобы продолжить занятия любовью со своим партнером, при этом не навредив своему здоровью. Да. Потому что происходят трещинки, микрофлора у партнеров может быть разная, и если она попадает в эти трещинки, в рубцы, то может начаться воспалительный процесс. Поэтому плюс еще после родов ткань не зарубцевалась, нужно время. 40 дней не менее. Se spune că după naștere libidoul femeii scade. Cum trebuie să îl ridicăm sau cum trebuie să avem grijă ca acesta să ne ajute să dezvoltăm această armonie și implicit o viață sexuală activă? Organismul устроен таким образом неспроста. Почему после рождения ребенка падает либидо? Для того, чтобы фокус внимания женщины был направлен на ребенка, а не на партнера. И во время кормления ребенка грудью вырабатывается пролактин, который и снижает влечение женщины к партнеру. Для того, чтобы его поднять, необходимо перестать кормить, что я не рекомендую все-таки, потому что стоит кормить ребенка хотя бы год, по моему мнению. И не стоит спешить вообще с сексом, потому что это смена ролей происходит в семье. Если это первенец, женщина из жены и любовницы, она становится матерью, и ей необходимо время для адаптации. Поэтому организм очень мудр, ребенку нужно внимание максимальное, он ни на что не способен самостоятельно, поэтому весь фокус внимания должен быть на ребенке. Но зичам де вяца сексуала дупа апариция копилului, ne-am axat pe femei, însă există și faptul că bărbații sau mai ales cei care participă sau văd nașterea naturală, sunt mai reticenți atunci când vine de relațiile intime după naștere. Cum să schimbăm această imagine și această idee a bărbaților? Ну, смотрите, после рождения роль меняется не только у женщины, но и у мужчины. Он становится отцом, и ему необходимо зарабатывать в два раза больше, чем он делал до этого. Поэтому, по идее, фокус внимания у него тоже должен сместиться на работу. Не у всех мужчин это происходит. Женщина, она носит ребенка внутри себя, она чувствует эти изменения. И когда она рожает, то она чувствует, что она не всегда сразу же она ощущает это состояние, что я мама. Да? Иногда женщина смотрит на ребенка, и ей не верится, что это ее дитя. А у мужчины этого процесса вообще нет. И мужчина входит в контакт с ребенком намного позже, нежели мама. И поэтому у него гормональный фон не меняется, соответственно, у него влечение остается все тем же. И многие мужчины хотят продолжать заниматься любовью так же часто, как это было и до рождения, до беременности. И здесь очень важно, чтобы партнеры смогли договориться. И мужчинам важно, чтобы они понимали, да, осознавали, что произошло и с ними, и с женщиной. И вот этот год набрались терпения и понимания к своей партнерше, к своей супруге.
Супруги же, в свою очередь, я знаю, что это не просто, я сама мама двоих детей, и говорить легко, не забывайте про своих мужчин, да, но на самом деле не всегда это возможно реализовать. И женщине необходимо больше давать времени, чтобы на отдых, для того, чтобы у нее появлялась вот эта вот возможность и желание еще уделить внимание своему супругу. Se spune că, dacă am tot vorbit despre alăptat, că atunci când femeia este deja în acest proces de alăptare, scade și lubrifierea vaginală, iar acest lucru poate duce și la un dezgust sau poate o abținere de la a vrea ceva de la un bărbat. Конечно, когда смазки становятся меньше, а ее неспроста становится меньше, помимо гормонального фона, еще у женщины нету того желания и влечения, да, и, соответственно, ее выделяется меньше. Вот. И неспроста у нее нету смазки, если она не хочет. Поэтому здесь необходимо пользоваться специальными лубрификантами, а можно и не пользоваться, можно уйти от вагинального секса и перейти на мануальные ласки, на другой вид занятия любовью и не насиловать себя и свой организм. Am înțeles. Relația normală dintre soți se termină odată cu lipsa vieții sexuale? Не всегда, не во всех парах. Это зависит, опять же, от приоритетов и ценностей. И партнеры в этот момент, они могут переходить на другой уровень общения. И существует такой симптом блудницы Мадонны, когда у мужчин может пропадать влечение к женщине. Они могут ее точно так же любить, боготворить, еще больше могут уважать с появлением ребенка. Но сексом также, как и раньше, они уже не могут заниматься, и с этим работают терапевты и психологи. Și comunicarea, până la urmă, este cea care îi ajută. Конечно, контакт, общение, оно должно сохраняться в семье вне зависимости от той стадии, которую они проходят. Потому что если мы не будем говорить о том, что нас беспокоит, о наших потребностях, желаниях, то, соответственно, мы не сможем понимать друг друга. И тогда начинают возникать конфликты и... Și ruptura relației. Acum, spre final, aș vrea să vă rog să ne dați câteva sfaturi pentru femei și pentru bărbați, cum trebuie și cum ar fi corect să ne menținem această simbioză dintre cuplu, cum ar trebui să și atracție până la urmă fizică. Я бы рекомендовала дать время и себе, и партнеру. Это первое. Второе. Женщина проходит через пострадовой период, у нее могут возникать депрессии. И эти депрессии связаны с изменением состояния. И я его могу сравнить с тем, когда ребенок рождается на свет, он находится в тепле и комфорте. Это одно состояние. А когда он родился, это совершенно другой мир. И когда женщина рожает, мое мнение, что она может попадать в то же самое состояние, когда и она родилась. И ей необходим вот этот год для того, чтобы заново почувствовать этот мир. И моя рекомендация, как и женщинам, так и мужчинам, познавать и осознавать, что же сейчас с нами происходит. Потому что вот то вот чудо, которое родилось, это вот это продолжение жизни, это тот человек, куда нужно вкладывать максимум сейчас внимания для того, чтобы вырастить счастливого ребенка. И вот сейчас закладываются те кирпичики его психики, которые в дальнейшем скажутся на формировании его жизни в будущем в целом. И партнерских отношений, и в бизнесе, и в развитии в целом. Я вам mulțumesc pentru această discuție și tare mă bucur că am reușit să trăim vremuri în care vorbim deschis despre ce ne doare și cum ar trebui să ne restabilim viața sexuală, un subiect tabu, însă, uite, reușim și la TV să-l dezbatem și vă mulțumesc. Mulțumesc vă. Iar eu, dragii noștri, vă reamintesc că am discutat cu sexologul Mariana Spânu despre cum ar trebui să trecem mai ușor și cum se schimbă viața sexuală odată cu nașterea copiilor.